Всем привет! С вами Прапор. И мы играем в Assassin's Creed Odyssey. В этом видео я вам покажу разгадку на загадку. Вот. И у нас сейчас будет загадка. Сладкоежка. Хочется сладкого? Когда доберешься до храма Деметра и Коры в Тегее, отправляйся на юго-запад к полям колыбели Пана. Ты найдешь меня в разломанном уле, сочащимся медом. Не дай им себя ужарить. Вот, сейчас я вам покажу, где загадка находится. Вот, видите, вот. Местность. Вот такая вот кусок дерева. Ну, вернее, куча дерева. И видите, там сколько меда. Вот, взаимодействуем. Все, загадка разгадана. Вот, теперь я открываю свой рюкзак, смотрим, проверяем. Вот, загадка разгадана. А теперь я вам покажу на карте, где точное местонахождение его, этой загадки. Вот, Аркадия. Получается, ну, центральная часть, ну, южнее центральной части. Вот, получается, точка перемещения святилища Афины. Уходим на юго-запад. Вот, колыбель Пана. Вот, видите, там поля такие будут. Вот. И видите, где я нахожусь? Прям, получается, грубо говоря, между мягким знаком, если при полном приближении, между мягким знаком и буквой П. Вот. Вот прямо можете кидать, если что будете искать. 10 меточку поставил и пошел туда. Вот. И там лежит наше сокровище. Ну, вы видели, где именно. Вернее, как выглядит это место. Вот. А так что, так у меня на этом все. Всем спасибо. Пока.